На всех не хватило. Потребность в путевках мать и дитя в этом году вдвое превысила возможности окружного бюджета. Средства на эти цели были рассчитаны на основе реальности реального их освоения в последние годы. Формирование списка желающих получить путевку проходило с 1 сентября по 1 декабря 2014 года. При этом учитывался принцип очередности. Те, кто подал заявление в последние дни приема, оказался в конце списка и не смог получить путевку в этом году. Начиная со следующего, согласно принятым собранием депутатов изменениям в окружной закон, социальная поддержка граждан будет изменена с учетом принципов адресности и нуждаемости. На 1 января 2015 года состояло 2394 человека, приобретено путевок 1168. То есть у нас порядка 1100 путевками в этом году не обеспечено. То есть вот эта мера, как бы дополнительное ограничение, оно не будет действовать на тех людей, которые у нас стоят и в этом году не обеспечены путевками. То есть они так и останутся стоять в очереди, им перерегистрацию никакую проходить не нужно будет. Также до конца года жители округа смогут получить компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку при условии, если они состоят на учете как нуждающиеся в санаторно-курортном лечении. Расходы компенсируют из расчета не более 53 тысяч рублей за одну путевку. Всего в этом году отдохнут и поправят здоровье в Анапе, Сентуках и Кирове. А путевка мать и дитя 1168 жителей округа.